Что может связывать взрослого мужчину и 12-летнюю девочку? Кроме родственных связей, ничего. Однако у 25-летнего слесаря одной из коммерческих организаций Саранска на этот счет абсолютно другое мнение. Не так давно через соцсети он познакомился с малолетней школьницей. Началась активная переписка. В один из дней горожанин предложил девочке встретиться. Местом свидания была назначена лавочка возле одной из многоэтажек на юго-западе. Когда оба встретились, мужчина совершил в отношении девочки развратные действия. Примечательно, что в следственные органы о произошедшем сообщили местные жители. Фигурант уголовного дела о преступлении, посягающем на половую неприкосновенность, был задержан и в дальнейшем был заключен под стражу. Вину мужчина признал. В вмененной статье УК, а это развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, гражданину грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Накануне следователь завершил уголовное дело и передал в суд для рассмотрения по существу. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».